I'm gonna give people time to gather, right? So, shall we begin? Or should we give people a moment? Wait for maybe one more minute and then start. Mm-hmm. We're going to give it one minute for people to show up with the right disciplines. Okay, very good. A couple of people are joining. Welcome to the next panel of our conference. It's panel number 8, and the title of the panel is Economic Exchanges in Anti-Colonialist Empire. Without much ado, we have 3 participants. I am going to introduce our first speaker, Alexander Ivanov, who is a senior lecturer at Surgut State University. His scholarly interests focus on on the history of deported peoples in the Russian North, in Siberian North, as well as on the history of special settlers in the 1930s and 1940s. And he wrote a monograph to exclude as an anti-Soviet element, Kalmyks in State Policy, 1943-1959, and an edited collection, Involuntary Migrants, collection of memories of special settlers in the 1930s and 1940s, Surgut and Surgut District. The title of Alexander's presentation is Plebeians of Socialism and the Special Colonization of Northwestern Siberia, 1930s, 1950s. Alexander, am I right that you are going to speak in Russian? Yeah. Okay. I want to thank organizers for such a great opportunity to deliver my report. Also want to ask to deliver it in Russian because I think it would be more convenient for me. If you don't mind, I will present it in Russian. Еще раз всех приветствую. Спасибо за такую возможность рассказать о своей вот деятельности. И мой доклад, он представляет собой попытку посмотреть на вот этот советский опыт колонизации с точки зрения той, которую представил в своих работах или представляет в своих работах Илья Герасимов, с той точки зрения на Советский Союз, на советское государство, как государство плебейское. Может быть, это мой будет первый опыт с такого ракурса посмотреть, но я думаю, интересы, главные вопросы помогут мне раскрыть эту тему более полно. Так, единственное, демонстрацию экрана, да, мне необходимо включить? Или так? Видно мой экран? No. Уважаемые участники, хотелось бы представить свой доклад. Мы пока не видим ваш экран, Александр. Не видите? Все. Нет. Я, значит, секундочку. Так, ага. Так, теперь.
Так, теперь. Спасибо. Итак, само понятие социалистическая колонизация использовалось в Советском Союзе активно в 20-е годы, но в 30-е годы оно уходит из использования. Александр Эткинд связывает это с тем, что, собственно, с разгромом школы историка Покровского, ну и таким нежелательным международным контекстом. И, собственно, когда я буду сейчас говорить о колонистах в Северо-Западной Сибири, я буду говорить в первую очередь о ссыльных крестьянах, которых и называли колонистами. И в первые годы, да, примерно до 1933 года, названия их менялись, то есть в советских документах ОГПУ, НКВД они именовались спецпереселенцами, трудпоселенцами с 1933 года, затем спецпоселенцами контингента бывшие кулаки. Вот. Но суть этой политики, она оставалась прежней, потому что основы ее были заложены еще вот в тот момент, когда они назывались колонистами. А здесь, когда мы говорим о Северо-Западной Сибири, я в первую очередь подразумеваю территорию Ханты-Мансийского, ну или тогда это был Остяково-Вагульский национальный округ, он занимает, вы здесь можете видеть, такое центральное положение в Северо-Западной Сибири. Он входил в разные территориальные единицы. В рассматриваемый период 30-50-х годов Уральская область до 34-го года, потом в 34-м году недолгое время существовала Обская-Иртышская область, потом Омская область, ну и Тюменская область 44-го года. Интересный момент заключается в том, что, собственно, сюда в ходе нескольких волн принудительных миграций прибыло порядка 30 тысяч человек, эта цифра оставалась стабильной. Она должна была бы увеличиться и составить примерно 60-70 тысяч человек, но ввиду того, что в 1932-1933 годах, как известно, был большой голод, затем большое количество побегов и так далее, эта цифра она стабилизировалась, но вот на уровне 30-32 тысяч. Идея социалистической колонизации, она высказывалась, но полноценного плана так и не было сформулировано. И, собственно, вот эта колонизация по-социалистически, как об этом говорил Ягода, она фактически развивалась, особенно на первых порах, без плана. Политбюро ЦК ВКПБ 30 января 30 года принимает постановление, в котором говорится о том, что можно и ну, необходимо организовать в отдаленных областях изолированные поселки, в которых будут заниматься общественно полезным трудом вот эти ссыльные крестьяне. Но, собственно, детали этих планов оставил руководство в Москве оставило для разработки регионам. Также было указано в этом постановлении только, что необходимо кулаков всех вычистить из городов и из промышленности. Вот, но здесь особенность заключается в том, что вот это планирование, даже первые планы и наработки, они стали воплощаться лишь уже в тот момент, когда ссыльные крестьяне, они уже были в местах поселения. То есть на территорию Остяково-Вагульского округа первые поселенцы прибывают в марте месяца 30-го года. В этот момент никаких планов их использования, их труда не существует, и не существует ни поселений, собственно, в которых они должны проживать и в которых их общественно полезный труд, в кавычках, должен эксплуатироваться. Ну и здесь как бы некоторые особенности представлены, которые я выделил вот именно этой социалистической колонизации. Как мы видим, здесь крестьян, которые были зажиточные, их назвали отсталыми, а как наказание их, собственно, в качестве, в кавычках, колонизаторов или колонистов отправили осваивать вот отдаленные районы Сибири. Ну и, собственно, Виола Лин, известный специалист зарубежный по истории
принудительных миграций, ну, в частности, крестьянского ГУЛАГа, а она говорит о том, что было планирование на ходу, как вот одно из свойств вот этой социалистической колонизации. На самом деле, если мы посмотрим на территорию Северо-Западной Сибири, там скорее было планирование задним числом, потому что первые организованное строительство вот этих поселков началось фактически с лета 31 года, когда УГПУ взяло контроль за спецпоселениями, за системой вот этих режимных поселений или колонизационных поселков, как их первоначально называли. Это означает, что люди вне поселков, да, жили порядка года, да, каким образом они жили, ну, собственно, в землянках и прочем временном жилье. Ну и еще одним новшеством вот этой, можно сказать, колонизации по-социалистически было то, что советская власть пошла на нормализацию вот этого, на нормализацию бедности. Ну, в каком смысле, что чтобы увеличить формальное количество жилой площади, которая полагалась крестьянам, формально это было 3,5 квадратных метра, они проживали. Советская власть признала нормальным проживание в землянках, ну и таким образом увеличивала, завышала эту жилую площадь. Но это было даже в данном случае не главное. Да? Дело в том, что в качестве этих колонистов выступали в первую очередь женщины и дети, которым предстояло осваивать, раскорчевывать вручную вот эти пространства, да, лесные пространства Северо-Западной Сибири. А когда УГПУ взяло под контроль после продолжительной борьбы с Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР в течение года, примерно там борьба шла, Толмачев и Ягода боролись между собой, ну и, собственно, в итоге победы Ягоды к лету 31 года УГПУ начинает разработку уже таких полноценных положений о спецпоселенцах, и в итоге выйдет положение, временное положение о правах и обязанностях спецпоселенцев, которым будет регламентирован их правовой статус. В итоге ОГПУ начинает заключать договоры с организациями на трудоиспользование ссыльных крестьян. Вот. Но эти договора по своей сути, они ничем не отличаются от договоров контрактации скота, и в этом, как бы, с одной стороны заключается, ну, вот, подневольный статус, да, что они теряют свою правосубъектность полностью, эти крестьяне. С другой стороны, особенность также заключается в том, что главным представителем и защитником, ну, здесь можно закавычить, конечно, вот этих депортированных людей являются НКВД, в то время как прокуратура, она занимается фактически обоснованием их неполноправного статуса. Ну и здесь наиболее таким хрестоматийным, наверное, примером служит разъяснение Вышинского одному из депутатов Верховного Совета РСФСР о том, что ссыльные, как не прибывшие на север добровольно, не пользуются льготами, полагающимися населению, правовому населению севера. Ну и здесь нужно отметить, что когда мы говорим об вообще эффективности усилий советской власти в вопросе вот этого спецпоселения, спецколонизации, нужно отметить, что, конечно, в центре здесь была способность или неспособность, скорее, властей создать систему изолированных поселений, в том смысле, что эти изолированные поселения должны были обеспечить эффективный, производительный, в кавычках, общественно полезный труд ссыльных. Вот, но изоляции ссыльных не получилось. Уже первые свидетельства об этом относятся к 1931 году. Одним из приказов Рыбтреста там прямо указывается о том, что производились временные перемещения людей из тех поселков, где они должны быть, соответственно, в другие места. То есть, ну, фактически это означает, что изоляция была на бумаге. И та сеть, которая в поселении возникла, она была лишь на бумаге сетью изолированных поселений. То есть люди перемещались, ну, нельзя сказать свободно, но, в принципе, без тех ограничений, которые должны были бы быть. И в этом смысле последовательно советская власть терпела поражение в попытках изолировать спецпоселенцев.
Далее, ну, здесь я также отмечаю, подчеркиваю тот момент, что советское государство использовало различные архаические практики, да, практику круговой поруки, практику назначения цены за голову, да, бежавших, но и это не помогало. Численность бежавших на территории округа мы можем оценить лишь примерно, но она составляет более 10 тысяч человек, покинувших поселение, ну, что называется, вопреки желанию властей. Ну и здесь еще одна такая особенность вот этой социалистической колонизации. Дело в том, что наделение правами ссыльных, которое отмечается в связи с принятием или накануне принятия Сталинской Конституции, происходит, оно не приводит не только к их более полноправному статусу, они как были так бесправными остались, то есть те договоры, которые на их использование заключались, они так и заключались, более того, их условия, они ухудшались, как показывает сравнение договора 30, соответственно, 1-го, там, 2-го годов и, соответственно, договора 40-го годов на использование труда в лесной промышленности, условия лишь ухудшались. А вот право голоса, которое, по идее, должно было бы уравнять их с остальным правовым населением, на самом деле приводит к тому, что они включаются в систему наблюдения, которая существовала уже за правовым населением. Что я имею в виду? Дело в том, что голосующие в Советском Союзе разбивались по так называемым избирательным десятидворкам. Это была система, аналогичная системе, которая существовала на поселении для контроля за ссыльными. То есть ссыльные точно так же на поселении разбивались по десятидворкам, где назначался старший, как определенный советский активист, как правило, или более благонадежный ссыльный, который доносил властям об любых изменениях в этих десятидворках. И, соответственно, вот эта система надзора, она просто стала еще одним таким пластом вот этих, еще одним средством контроля за населением. Далее. Вот, собственно, одна из главных идей данной статьи, она заключается в том, что была фактически реализована, при том, что советское государство провалилось в своих попытках организовать, ну, если мы говорим с точки зрения модерного государства, практику эффективного использования труда спецпоселенцев, точнее, изоляции спецпоселенцев. А единственное, что удалось реализовать, это, собственно, ну, условно такую плебейскую программу, которая заключалась в том, и была выражена еще в 30-м году, в апреле 30-го года, когда в одной из деревень был зафиксирован, одной из деревень Тобольского района было зафиксировано достаточно, ну, необычное решение, которое причем было передано по партийной линии, и там, собственно, местные жители, представители местной бедноты, они сказали, что можно, в принципе, кулаков-то и не выселять, просто их нужно заставить работать вместе с нами и сдавать хлеб государству, да, или сдавать излишки сельхозпродуктов государству. И вот эта, собственно, составляющая, она и в основном и была реализована, то есть государство действительно добилось к тому, что к концу 40-х годов неработающих на государство кулаков или бывших кулаков, вот этих колонистов, их не было. Вот в этом плане государство было успешно. Но при этом получилось так, что советское государство попало в определенную такую ловушку. Оно стало зависимо от ссыльных и вынуждено было это признать. Дело в том, что, опять же, как я говорил, решением от 30 января 30 года Политбюро там говорилось о том, что необходимо выселить из городов всех ссыльных. И вот этим решением решили воспользоваться в 50-м году власти Ханты-Мансийска, когда он обрел статус города, и решили вычистить оттуда, собственно, всех ссыльных. Но, к их удивлению, пришло распоряжение из Тюмени, Тюмень отменила это решение, ну, собственно, с той формулировкой, что они допустили сплошную чистку, и это приведет к остановке производства. И после этого
руководство окружное отменило это решение, фактически все осталось на прежних местах. Иными словами, советское государство вынуждено было признать, что кулаки на тот момент уже проникли в различные отрасли управления, ну, скажем так, народным хозяйством, да, если говорить советским языком, и вынуждено было санкционировать их работу там, где, по сути, они хотели. Ну, в данном случае окружные начальники были недовольны тем, что они не хотели работать в сельском хозяйстве, но вынуждены были с этим смириться. Ну, и в дальнейшем... Александр, извините, что перебиваю, одна минутка еще остается, хорошо? Вот, ну, здесь буквально некоторые иллюстрации, которые показывают, собственно, основные моменты, которые связаны с ручным трудом, строительство однотипных поселков, которые были 5 на 6 домики строились, и здесь мы видим вот как раз сравнение. Но здесь сравнение нам показывает, что? Что существовали вот эти планы, которые делались задним числом за несколько месяцев после того, как уже люди были там. Они действительно воплощались, но в реальности получалось, что, ну, здесь мы видим вот эти стандартные домики, в реальности было то, что система была крайне неэффективной. И люди впоследствии, они разъезжались из этих поселений, и фактически мы видим, что к 1951 году система вынуждена была контролировать маленькие поселения по 60 человек в каждом. И это приводило к тому, что контроль стал чисто номинальным. Ну и вот к вопросу о том, чего хотела добиться советская власть, да, один из таких, наверное, ярких слайдов, это вот здесь вы можете видеть представителей вот правового населения, представителей ссыльных, но вы их не отличите, потому что, собственно, все они одинаково бедны, все они одинаково зависимы от государства. Ну и, собственно, к этому советская власть пришла, одолев их с точки зрения вот этой условно-плебейской программы, советская власть вынуждена была признать проникновение их в разные отрасли народного хозяйства, ну, в данном случае Ханты-Мансийского округа, северо-западной Сибири. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр. Окей. Okay, our next presenter is Alexander Kondrashov, and Alexander received his master's in history in September 2016 from the European University at St. Petersburg, and his major focus of research is Soviet economic activity in Red Sea Basin in 1920s, 1930s. And the title of Alexandra's presentation is Red Steamers in the Red Sea, Early Soviet Foreign Trade Between Imperial Legacy and Anti-Imperial Ideology. Please go ahead. The floor is yours, Alexandra. Thank you. Do you hear me? Yes. Okay. I should... share my screen. Do you see my? And while Alexander is sharing the screen, I just wanted to interject very quickly. Participants, please, presenters, please pay attention to the chat. I'm going to note in the chat when you're running out of time. Thank you. Okay, I will try to follow it, and just I will try to follow time. So, as Sergei mentioned, this research was conducted in European universities at Pittsburgh around 2-3 years ago, and now it's in somehow standby position. I would like to continue it, but currently I'm not every day working on it. Today I would like to present some my reflections on this research, not all of it. First, I would like to say where and when happened events, which I tried to analyze. Where? I'm in this paper. I refer to Soviet trade with the Red Sea Basin in interwar period in 20s and 30s. The main partners of Soviet Union
In this region were states like Kingdom of Najd Hijaz, later Saudi Arabia, Kingdom of Yemen, also Ethiopia. These were independent states, as they were considered also in Soviet Union as, I will say about it later a bit. And especially British colonies, Eritrea, Aden Hadramaut, which is South Yemen, which became South Yemen later, Sudan, Djibouti, Italian, British Somalia. These are the main. And this trade was conducted both by direct route from Odessa to the Red Sea and with transit routes from Odessa or Novorossiysk to Russian Far East or South Iran. I tried to map it because not all people I speak about know where to find it. So this is kind of this route from Odessa to the Red Sea and to Yemen. And this is the most interesting for Soviet Union part of Red Sea. So the main trade base was Hodeidah, main Yemen port, and Soviet Union had trade offices also in Sana and Massawa in Eritrea, and some other minor places where Soviet trade officials went were Jeddah, Djibouti, and also Addis Ababa, which is not on this map because it's inside of the land of Africa, but it was reached from Djibouti. Some part of this research I presented 1 year ago in Ab Imperio and University of Tumen Summer School. So some of listeners already know. There was an ideological base on this trade, which was connected to the concept of East as a space of anti-imperialist struggle. And in this region, two countries, as I mentioned, Yemen and Najd Hijaz, they were considered as this Eastern independent states. So here are the kings, Imam Yahya, king of Yemen, and Ibn Saud, king of Hijaz and Najd. This was considered for one hand as countries which oppose imperialism. And I also divided here which Soviet magazines mentioned this approach as a new East, Novy Vostok, and Revolutionary Vostok, Revolutionary East. And but another approach was that these countries are traditional markets for Russian goods. Another important source for this is magazine Russian Trade with the East, Торговля России с Востоком. About chronology, in 1926, Soviet Union was the first country who recognized Ibn Saud's power over Hijaz. So now it's considered as like Soviet Union was the first country recognized Saudi Arabia. After it was followed by a try to establish trade in this region. And in 1927 was the first trade expedition to Jeddah. This expedition was following Hajj routes. So the ships which were used for this, they were both used for pilgrims and trade goods. In 1928, Soviet Union signed a treaty with Yemen and started a partnership, especially trade in this country. The period of from 1930, 1931 to 1934 is a peak rise of Soviet trade in the Red Sea. At this period, as I mentioned, there were a few Soviet trade offices operating over the region. Soviet officials were traveling around different places and countries trying to sign contracts to
research markets and try to understand how to deal there, etc. So it was the peak of active Soviet trade activity in the region. And in 1935, the Soviet trade in the region was ceased quite quickly. Why? For one hand, because of wars in this region, Saudi-Yemen war in 1934 and Italo-Ethiopian war in 1935-36. So, and for other hand, Soviet foreign trade course changed, and we know that all Soviet foreign trade was declined at this period very much because of next step of industrialization. Yes, and first, what I would like to reflect here is the discourse of Soviet officials over the region, what they thought about this and about the trade. First, what I would like to mention is that a really poor knowledge of the region before the start of trade. Like Soviet officials had many biases about this region, which had no any proof. Like they believe that Turkey and Turkish merchants have a great influence on Red Sea, which was not right. Or they even sometimes mentioned Italian protectorate on Yemen, which also wasn't existing. And also they quite widely, in a lack of knowledge, they quite widely used models and kind of stereotypes taken from historical, from history or from Marxist ideology, like feudalism. They also believe that this is a centralized nation states. I find even some discourse similarities with how historians described Russian medieval history, like Ivan III. The same language was used to describe Ibn Saud or Imam Yahya. And also they had like quite founding ideas that this trade should in the future develop these countries and make them industrialized and the partners of Soviet Union against British imperialism. And this region in the years I mentioned, it really takes quite a big attention in Soviet press, especially in professional Orientalist community, like not one, not two, but dozens of authors write articles about Arabia, about the Red Sea, etc., about the trade in this region. Yes, and another interesting thing for me was material bias of this trade. What was the fleet and what was the route they started? The steamer fleet Soviet Union had at this period was mostly from the Russian Empire. Not all steamers of Russian Empire, because some of them were taken by white immigrants abroad, only some of them. And the company, Sovtorg Flot, the steamer company, was officially proclaimed as the heir of Dobroflot, the company of Russian Empire. And also many ships were from Rapid, another steamer company. And the route to the Red Sea was old imperial route of Hajj. Yeah, it was used to travel pilgrims to the region. And basing on this, after the first expedition to Jeddah, which was commercially not very profitable, I mean, not profitable at all, because they didn't sold most of goods. But in Soviet Union, it was proclaimed as a return of Russian trade to the Red Sea. So this imperial legacy we see in a steamer fleet, in a route, and also it was used as official way to speak about it. Which goods were sold to the region? As I said, there were plans to sell agricultural machines, in some other
products which could help to industrialize Yemen and Nejd Hijaz. But in practice, we see that it was, as you can see, the biggest part was flour and sugar. So another gasoline and kerosene in cans, which were used for light and for first cars in these countries. Matches, cement, soap, cotton fabric. So it's very similar what Russian Empire sold to Persia, to China, etc. So I see it as a kind of colonial goods collection. And to colonial government of Eritrea, they had some quite a big contracts supplying them with gasoline, not in cans, but in big amounts, and coal for Eritrean railroad. Which were revenues? The trade saldo with Yemen was very, very positive, and it was a whole region too. Like almost all, almost nothing was imported from the region to the Soviet Union. Only a few occasional batches of coffee, like maybe to try it, were supplied to Soviet Union. But most of trade was just one way. And what they get in this region, it's quite interesting because the main currency in Yemen, in Nejd Hijaz, in Ethiopia, and in some other places was the salar of Maria Theresia, the old Austro-Hungarian coin, which was still in use. And it was very considered as a very good to get liquid values because after the world crisis and during the world crisis, Soviet Union had problem to get fast money. In this region, it was possible to work because they paid in silver, not in credit. This was also maybe as a big motivation in early 30s to continue this trade, the hope that it can, this money can be used for to buy something for industrialization in Western countries. Another point which interests me in this trade is participation of Soviet Union in trans-imperial rivalry in this region. Of course, Red Sea was under British domination because Suez and Aden entrance and exit were controlled by Britain. And for Britain, it was a crucial route to India, the shortest route from Britain to India. Yes, and in the region at this period also was quite active Italy, which had own colonies and all own interests in this region. And as we know, at this period, Soviet Union had quite good relations with fascist Italy in early 30s. And in Red Sea, we also see it's like two sides. In Yemen, it was contrariety, even using diplomatic roots, even Italian ambassador in Moscow raised the questions about Soviet trade in Yemen because of interests of Italian companies in this place. We see quite, maybe short, but quite solid partnership in Eritrea, where a Soviet Union hoped to become a main supplier for local colonial government with the coal, as I mentioned, with rails, with petrol. The problem was that Soviet Union couldn't supply so much amounts so fast as was needed in the region. Another interesting for me part is the trade of cotton, of fabric. So
there Soviet goods were contesting Japanese fabric, which came just 1 or 2 years earlier on the market and was very cheap. So Soviet Union tried to contest it, also to sell its own fabric very cheap. And it brought attention from Great Britain, which accused Soviet Union in dumping. So this not very big market was a place of very big attention of different empires, different powers. And what I see in documents of Soviet trade officials, they mention every time they would like to conquer markets, to dominate markets. And the first market was considered Yemen. And in 1932, 1933, in some goods, Soviet Union took 80% of this market. Of course, market was very small, but in petrol, in cotton, they took around 50, 60, 80%. And they, when they mentioned trade agents were traveling around Aden, Djibouti, Sudan, Jeddah, etc., they were looking how to conquer these markets, how to take domination on them. And it was not about how much revenues Soviet Union would get, but the idea that we should become the number one on this market. I mean Soviet Union. A bit aside of trade, but what also should be mentioned was a kind of rivalry on who will be the main friend of pan-Islamism in the region. Because Soviet Union tried to support Ibn Saud in a 1926 pan-Islamic Congress in Mecca. Also we know that fascist Italy tried to become a main supporter of Islam. Many people know Spada d'Islam, Sword of Islam, which Mussolini held it a bit later in Libya. So, Alexander, time is yes. Just wanted to say that please 1 minute. Mm-hmm. So I question what was it for this trade? For revenues, maybe, but not all the time, because in some years it was a bit profitable, this trade, but some years were not profitable at all. And in general, I think it wasn't profitable operation. Was it a preliminary state of future economic and political union with this kind of post-colonial world? Maybe. You can also understand it as a diplomatical tool against Britain. And I also think that in the documents, I can see something like white man's burden of Soviet version of white man's burden, like the Soviet Union has a mission to civilize, to industrialize, to bring to socialism these peoples. So my conclusion, Soviet Union tried to reach several goals at once. There was no one general goal, revenues or political goal. And the imperial legacy was considered as a resource in establishment of something new, because in reality, this trade route didn't exist before Soviet Union. There were some occasional supplies of Russian Empire to Red Sea, but not as a trade route. So legacy was used to establish something new. But it was also very limited with old material base, because all material base production and transit was from Russian Empire. And for the second, I would like to mention that in 1950s, after Stalin's death, Soviet Union returns to this region and takes its position in it until the very end of Soviet Union. It had naval bases, trade, and everything in with Yemen, with Ethiopia, with Somalia, etc. So we can also see in this somehow a pre-phase of this process, which will take place after Second World War. So thank you. Right. Thank you. Right. Thank you very much. And our next presenter is Igor Stas, who is a
professor at the Surgut State University, and his major interests are in urbanization, ethnicity, history of Siberia, history of West Siberian oil and gas complex, and national studies. And he published a number of articles and works on these topics, including, for example, the work on the construction of oil worker cities in Western Siberia, and the early Soviet organization of national policy in the North. The title of his presentation is The Industrial Universalization of Differences, the Native Proletariat and Economic Strategies for the Development of Siberia. Please, Igor. And if I may quickly interject as well and say that if anyone would like to ask a question, please send me a message through chat and I'll start collecting questions on the presentations. Please go ahead, Игорь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу попросить у вас разрешения выступать на русском языке. И в первую очередь хочу сказать большое спасибо организаторам, Тюменскому государственному университету и Ab Imperio за такую замечательную пищу для ума в этих тяжелые условия пандемии. Непосредственно мой доклад... Так, не видно, да, его сейчас? Пока нет. Ага, все, да? Мой доклад посвящен непосредственно попыткам формирования национального пролетариата среди коренного населения Севера в 20-30-е годы советской властью. Как мне кажется, во всей советской национальной политике вплоть до конца советской власти присутствовало две основные интенции. Первая интенция, условно ее можно назвать этнографическая, которая сопряжена, ну, связана с интеллектуальной модой 20-х годов, с этнографической мыслью, и стремилась обеспечить сохранение традиционных форм хозяйствования коренного населения Севера. А вторая линия, условно-производственная, она связана с великим переломом Сталина и подразумевала включение хозяйства коренного населения в новую социалистическую экономику. Вообще, это эти две важнейшие интенции в экономико-национальной политике впервые была обозначена, наверное, Юрием Слезкиным. Он называл метафорично это уравнением, но, тем не менее, как бы в своей книге уделил этому, как мне кажется, не совсем много, достаточно внимания. И этот сюжет, наверное, я попытаюсь раскрыть более подробно. Первая линия, она связана с 20-ми годами, и условно малые народы Севера в тот период времени находятся под защитой этнографов. Защита эта основывается на эссенциалистском принципе. Индигенные народы рассматриваются как часть северной природы. И во многом с точки зрения практики эта интенция реализовывается или пытается реализоваться через ограждение традиционного хозяйства, связанное с идеями американских резерваций для индейцев. И, в принципе, эту политику пытается первые годы так или иначе реализовывать Комитет Севера, созданный в 1924 году. На четвертом пленуме в 1927 году они принимают постановление об ограждении туземных районов от социалистических, так скажем, от промышленных предприятий. И наиболее подробно такая политика, если говорить у производственников, она реализуется в разработке генерального плана хозяйства Урала, Уральской области на 27-41 год, где фактически этнографическая точка зрения побеждает, и зона тундры, и предтундровая зона, она не рассматривается как
территория большой и крупной промышленности. Главные идеологи этого подхода – это Владимир Багарас и Сергей Бутурлин. Особенно очень много этому посвящает в своих текстах Сергей Бутурлин, а именно сохранение традиционных форм хозяйствования и защита этих форм от наступающей промышленности. Однако мы понимаем то, что примерно с конца 25 года завершается новая экономическая политика, происходит переход на социалистическую индустриализацию и наступает новая эпоха, эпоха нового такого социалистического промышленного дискурса. И сразу вот после 4-го съезда ВКПБ в декабре 25 года в кругах этнографов, в кругах сибироведов стартует дискуссия по поводу того, как промышленно осваивать Сибирь. Комитет Севера также участвовал в этой дискуссии. Можно сказать о том, что задача стояла в том, чтобы сохранять традиционное хозяйство, но при этом каким-то образом переформатировать его по законам социалистической экономики. И с точки зрения практики здесь прослеживаются три основных решения. Это создание культурных баз как образцовых производств традиционного хозяйства. Однако культурные базы, они в большей степени будут углубляться вот в сферу образования и просвещения. Затем это интегральная кооперация, которая рассматривала, что коренные народы являлись не только потребителями продуктов, поставляемых с центральной России, с большой земли, но и как производители продуктов, которые были интересны для крупной промышленности. Эта задача стояла вот соединение вот потребителей и производителей на интегральную кооперацию, поэтому она называлась смешанная интегральная кооперация. Ну и изменение форм хозяйства с точки зрения рационализации. В частности, это подразумевало просто внедрение каких-то форм новых техник, технологий в традиционное хозяйство. Однако все мы знаем, что в 1929 году наступает эпоха Великого сталинского перелома, и этнографам и членам Комитета Севера приходится переосмысливать свою политику под уже интенсивным наступлением сталинской индустриализации, и на 6-7 пленумах комитета в 1929-1930 году уже ставится вопрос о классовом расслоении, о социалистической реконструкции, вопрос о ростах северных национальных кадров, а также планирование того, что фабрики, заводы и различные другие предприятия будут шефствовать над территориями коренного населения. В этот период времени, в 30-м году, в Совете национальностей при президиуме ЦИК СССР серьезно обсуждается вопрос о формировании национального пролетариата в различных уголках Советского Союза. В том числе затрагивается вопрос о формировании пролетариата и на севере, национального пролетариата на севере. В этом контексте в 30-м году, в 31-м году в Комитете Севера начинается такая дискуссия, которая доходит до нас и на материалах периодической печати, и в архивных материалах. Два подхода к тому, как осваивать Север и как взаимодействовать местное национальное население. Первый подход, его главным идеологом был заместитель председателя Комитета Севера и фактически на самом деле реальный руководитель Комитета Севера, не этнограф, а один из больших деятелей гражданской войны на Украине, Анатолий Скачко. И он считал, что промышленное освоение Севера должно было осуществляться за счет силы местного населения. Он призывал к интеграции северных национальностей полностью в структуру, в том числе и крупной промышленности Советского Союза, но в первую очередь через
обработку продуктов традиционной экономики, оленеводства, охоты, рыболовства. Но второй подход более умеренный, и он скорее связан именно с этнографической традицией. Здесь я бы выделил главного идеолога, это этнографа Лидию Доброву-Ядринцеву, дочку известного областника Ядринцева. Она была главным этнографом комитета Севера в Новосибирске. И она считала, что в промышленное освоение могут включаться только те коренные народы, которые утеряли свой язык, свое своеобразие хозяйственного быта и национальное самосознание. То есть, в первую очередь, которые смешались уже с русским населением. Те коренные народы, которые сохраняли свое своеобразие, они не должны были участвовать в промышленном освоении или, по крайней мере, и было рискованно рассчитывать на представителей коренных народов в качестве основного поставщика рабочей силы. И также она предлагала осуществлять промышленное освоение путем примитивных производственных объединений. При этом она считала, что недопустимо вообще смешение национальностей, и они должны были сохранять свою самобытную этничность. Однако можно сказать, что с точки зрения практики, реальности, великий перелом приходит на север примерно в 1931 году, когда начинается строительство новых больших предприятий. И в 1931-1932 годах комитет Севера фактически капитулирует перед промышленными предприятиями. В этом плане символическое постановление были приняты на 8-м пленуме комитета Севера в апреле 1931 года. И комитет Севера здесь соглашается на отчуждение промысловых угодий коренных народов хозяйственными предприятиями. Ну, при этом считают, что освоение должно осуществляться мощными комбинатами индустриальными, которые вот должны были создавать фабрично-заводское ученичество для коренных северян. Помимо этого, в этот период времени, в конце первой пятилетки, бурно обсуждаются планы. Планы первой пятилетки не затрагивали Север вообще никак. И теперь комитет Севера призывал исправить эту оплошность. Они считали, что при разработке плана второй пятилетки должен учитываться вот национальные хозяйства коренного населения, должны учитываться этнографо-экономические и бытовые особенности северных национальностей. Однако можно сказать, что в этот период времени ни хозяйственные предприятия, ни плановики, в частности Госплан, они не стремились вовлекать коренное население в промышленное производство. В этот период времени фиксируется достаточно хищническое ведение хозяйства промышленными предприятиями. И тем не менее, сталинский дискурс заставлял промышленных предприятий и плановиков, и местных органов власти осмысливать и создание национального пролетариата для Севера. Хотя ни для тех, ни для других, в принципе, этого не нужно было, потому что все, в принципе, понимали, что за счет сил коренного населения освоение Севера, большое промышленное освоение Севера фактически невозможно. Однако, тем не менее, предлагаются новые проекты. И перед тем, как вот я перейду к описанию одного проекта, хотел бы сказать, что в этот период времени фактически линия этнографическая, она резко меняется. Вот в период примерно ориентировочно 1932-1933 года мы знаем о том, что начинается разгром этнографии, а новые этнографы, которые во многом пришли не из этнографии, ну, в частности, Михаил Сергеев, он был вообще сотрудником Камчатского акционерного общества, потом стал условно таким историко-этнографом, или Борис Долгих, который на самом деле, конечно, в будущем сыграет большую этнографическую роль, и он будет признанным этнографом, но тоже первоначально он не был таким представителем вот этой этнографической традиции.
Так вот, они теперь меняют свою точку зрения, фактически на точку зрения Анатолия Скачко о том, что изоляция промышленного строительства невозможна в отношении коренного населения, и коренное население должно втягиваться в промышленность. И Анатолий Скачко, он предлагает проект, ну, я условно его называю проектом сетевизации, или пытаюсь осмысливать его в метафорах хозяйственного своеобразия. Как мне кажется, именно в этот период некая универсализация культурного разнообразия, что пытались сделать этнографы и комитет Севера в 20-х годах, сменяется вот, точнее, оно не то, что уходит, скорее эта универсализация теперь переходит полностью в категории хозяйственного своеобразия, хозяйствования, фактически этнография сменяется хозяйствоведением, и здесь пример вот создания, такой проект, пример создания социально-производственной сети различных хозяйственных станций, это моторно-промысловых станций, оленеводческих совхозов, производственно-охотничьих станций и культбаз, которые должны были преобразовываться в хозяйственно-промысловые культбазы. Мне кажется, что это была попытка уже наступающих вот этих производственников и советской власти учитывать и регулировать разнообразие, но уже в тех терминах, которых оно понимало. То есть это весьма разнообразная сеть, которая учитывает разные формы традиционного хозяйства, но тем не менее в ней условно этнографического очень мало, а только социально-экономическое, и об этом очень пишет Сергеев при разработке переписи, северной переписи 1933-1934 года, которая так и не состоится. Но хочу сказать о том, что в принципе этот проект Комитетом Севера не был реализован, потому что Комитет Севера подвергся опале. В августе 1935 года он был ликвидирован. Во многом, видимо, причина связана с тем, что Комитетом Севера были недовольны в силу того, что на Севере вспыхнуло два больших восстания. Это Таймырское восстание 1932 года и Казымское восстание 1933-1934 года. И документы РГСПИ фиксируют, что вот весь год перед ликвидацией Комитета Севера писались письма в ЦК по поводу того, что Комитет Севера не выполняет своих обязанностей и провалили там левацкий уклон в национальной политике. Функции Комитета Севера в 1935 году передаются Главному управлению Северного морского пути, там создается специальный отдел. Анатолий Скачко переходит в этот отдел и возглавляет его, во многом что подтверждает то, что он был скорее не этнографом, а вот такой мыслитель-идеолог производственников. И формируется новый подход, основой нового подхода – это выковка национальных рабочих на севере путем создания крупных заводов. На первое время на практике это, конечно, означало заполнить многочисленные чернорабочие места коренными северянами. Однако удивительный факт для меня было достаточно большим открытием – это то, что производственники еще больше, как мне кажется, что представители этнографической мысли прошлого времени учитывали разнообразие. По крайней мере, об этом постоянно говорит руководитель Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт, а также фактически глав Севморпути Сергей Берговинов. Он тогда возглавлял политуправление Северного морского, глав Севморпути. И они говорят о том, что мы должны подстраиваться, адаптироваться к разнообразным формам Севера, в том числе и национальным. Причем они прямо используют термин «разнообразие». После успешной навигации 1936 года главсевморпути объявил о создании национального пролетариата на севере. Приводит на 1936 год, ну здесь 1935, но публикация на 1936, конец 1936 года, приводится статистика о том, что вот он, национальный пролетариат создан. И в совокупности считается, что 4,1%
от всего коренного населения Севера, это уже пролетарии. Вот мы можем увидеть, это примерно 17 тысяч человек. Однако в 1937 году провальная навигация и по арктической магистрали и главсевморпуть стал жертвой большого террора. Это приводит дальше к тому, что главсевморпуть разукрупняется, ликвидируется территориальное управление и формируется новый дискурс, который оторван от практики, и я здесь пользуюсь термином Бодрияра, называя его симуляцией. Игорь, простите, у вас микрофон muted. Нужно unmute микрофон. Да. Ага, благодарю вас. Да, вот теперь должно быть слышно. И я хотел вам еще сказать, вы, время, пожалуйста, пора уже. Да. А то у нас не останется времени на обсуждение. Ага, все, одну минуту. И фактически триумф в дискурсе, в публичном пространстве мы видим то, что национальный пролетариат Севера, он как бы создан. И в этнографии, в частности, вот пример привожу Дмитрия Зеленина, известного этнографа-правдословиста, но публикует некоторые статьи по Северу, также промышленность описывается как новый объект, этнографический объект для коренного населения. И вот некоторые такие примеры людей Севера, которые достигли вот этого промышленного пролетариата. И вот примерно как-то так. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Игорь. And now I'm going to very briefly introduce the discussant, Marina McGillner, who is Mariana and Edward Thaden, professor of Russian and East European intellectual history at the University of Illinois, Chicago. And she's the author of many studies, including the path-breaking study of history of racial anthropology in Imperial Russia. She's also a founding editor of Ab Imperio. Marina, please, the floor is yours. Thank you, Sergei, and thank you all. And to save time, I immediately start with the first paper by Alexander Ivanov, which focuses on developing a socialist economy in northwestern Siberia in the 1930s, 50s by employing special settlers, спецпоселенцы, as the main workforce. And as we see from the paper, which is extremely well researched and meticulously done, in the 1920s and 30s, this group included well-to-do peasants branded as kulaks during the collectivization campaign, which were resettled from European parts of the USSR to northwestern Siberia with families. And were denied all legal rights. And then in the years of the Second World War, the same category had embraced exiled nationalities such as Kalmyks and Germans and Finns, who were considered unreliable, which suggests that who they were was less important than having such a group of free labor available in principle. So by tracing central and local official discourses on this exiled labor force and local practices of their accommodation and exploitation, Alexander concludes that the Soviet state failed to act as a modern state colonizer. He uses this language of colonization, a modern state colonizer capable of controlling and colonizing population. And implementing its ideological vision, and that the local economic rationality and dependence on the exiled labor prevailed
over this ideological project. Alexander begins with suggesting a broad theoretical framework for his story that without this framework seemingly lacks any kind of coherence and can be reduced to ongoing competition between OGPU and KVD and economic department that oversaw industrial fishing, forest procurement and agriculture, and then local Soviets. And I am afraid that any of the proposed methodological models really help to make sense of the story. Neither Atkins' imperial colonization, nor Foucauldian model of panopticon, or even Ilya Gerasimov's plebeian modernity really help us to make sense of this story. And this is a story of the implementation of the Soviet policy of industrial complexes that prioritized exploitation of resources and planned industrial production. This policy approached labor force as a resource that could be managed according to some preset economic and political goals. And from the paper, we see that Yagoda's OGPU in the early 1930s advances this vision of the total control and operationalization of the uprooted and disenfranchised labor in the most kind of elaborated version. And this is not a Foucauldian vision, as this is not the case of, but because control here is deemed achievable not through epistemological regimes of epistemological domination or ideological manipulation, but through direct force. And this is not also the plebeian modernity, as Gerasimov describes it, as, you know, plebeian modernity operates beyond discursive domain, not through ideological formation, but through mechanisms of self organization and social practices. So in this light, it would be interesting to consider specific reasons for gradual retreat from this totalizing utopian view of total control and total manipulation. Was it for some personal reasons, like Ježov's fall, for example, or was this predicated by specific economic and social problems and conditions on the ground? What was the role of special settlers themselves as active participants in this story? For instance, you mentioned that that they were trying to run away, that they were hiding, that they were actually enriching themselves using their key role in local economy, that they were trying to use opportunities for legal abandoning their disenfranchised estate when this became possible. How was their situation indeed different from the rest of the collectivized peasants who also didn't have passports and often suffered from hunger and extreme poverty? And what does this story of local economic rationality prevailing over the complete gulagization of special settlers' labor tell us about the implementation of Soviet economic model in various parts of the USSR? And I want to transit here to Igor Stas' extremely interesting paper that develops the same themes of creating Soviet industrial complexes, of seeing population as a resource, and actually failing to implement the project on the ground. By focusing on competing visions of economic transformation of the Soviet North advanced from within the so-called Northern Committee and by different industrial Soviet and party agents and institutions in the period from 1924 to late 1930s, Igor recovers a complex process of reimagining indigenous peoples'
of the North as Soviet nations and proletarians, as objects of affirmative action policies, and as labor force that could be manipulated. I especially appreciate Igor's analysis of ethnographic discourse as one of the languages of Soviet transformation that at some point comes into a major conflict with the universalizing economic vision. As Igor shows, this ethnographic discourse evolves from protective populist evolutionism grounded in the pre-revolutionary context to a more constructivist form of Soviet evolutionism, to an attempt to code civilizational and ethnic differences in the language of economic particularism, and then to an ethnography of socialist transformation. So I wonder, however, whether this last stage, the ethnography of socialist transformation, whether this last stage does belong to this long line of transformation of ethnographic discourse. In light of Francine Hirsch model, which amazingly is not mentioned in this paper, I would rather conclude that roughly after 1927, ethnography ceases to function as an expert language at all. So it completely loses its political role. And the very discourse of ethnographic complexes disappears at this time, which obviously correlates, as you said, with the general development of Soviet ethnography that loses its role as the language of Soviet modernization. I would also interested, I'd be very interested to learn more about the actors of your story whose vision can be described as hybrid or transitional, such as Skachko, who is, in my view, one of the most interesting mediators between ethnographic discourse and state economic vision and Bolshevik policies of nationalization. From what I was able to find out about this person, he indeed, during the Civil War, he fought in Ukraine, but also in Northern Caucasus, and he performed some diplomatic mission in Turkey in 1920-21. And then he worked in the art division of Главполитпросвет, and then he worked in Наркомнад, the Ministry of Nations, and then he represented Dagestan in, you know, Central Soviet government, and he also was a writer of sci-fi fiction, and this all preceded him becoming the main specialist on Siberian natives and also the main representative or mediator between industrial elites and local elites. So I really wonder what was his sources of information about local ethnography, his intellectual influences, his politics of comparison, how does he embody the dilemma of learning the language of Bolshevik nation building from local experts, which is Hirsch's right point, and kind of bringing in some general kind of Bolshevik agenda. And finally, Alexander Kondrashov's project. Unfortunately, I have very little to say about this project, not least because, you know, the summary that you, Alexander, had submitted was very brief and really doesn't help to make sense of your project. But my main problem is, do we speak here about some kind of really economic activity, or we should analyze this in terms of foreign policy and some kind of security interests of the Soviet state? So you covered the period from like roughly 1930s to 1950s. And this is not the kind of Comintern kind of period. This should be really analyzed in different terms, in terms of international politics. I would like to see, you know, maybe tables and graphs in the way that Timur Valiatov presented us yesterday, showing the real
kind of economic balance of this trade, and whether, you know, the economic investments in basically supporting this trade were had any rationale at all, in order to kind of decide whether this is indeed an economic problem and a kind of a meaningful way to approach it. So basically, this would be my one and major question for you. Thank you. Thank you, Marina. I have a couple of people who signed up to ask questions, and I'm gonna just give the floor to them in a moment. In the meantime, please don't hesitate to send me a message and ask a question. The first question is from Alexei Mikhailov, and I think we can just move to the hybrid form. The questions can be asked in English. If Alexander or Igor, you feel like answering in Russian would make more sense, please go ahead and do that. Okay, so Алексей, пожалуйста. Я по-русски. У меня вопрос к Александру Иванову и к Игорю. К Александру в первую очередь вопрос о взаимоотношении поселенцев с коренным населением региона. Насколько вот конфликтным или бесконфликтным было принятие или непринятие вот этих спецпоселенцев коренным населением региона. Я не говорю конкретно про, допустим, какие-то титульные нации этих регионов, я говорю в целом, потому что зачастую, допустим, опыт Восточной Сибири показывает, что категории вот переселенцев, они были весьма своеобразные, то есть переселенец, допустим, в Иркутской области их называли навозные, а иногда меняли ударение и получалось навозные, то есть отношение к переселенцам, которые вот 20-30-х годов, даже не обязательно у титульного населения, а у того же русского населения к переселенцам из Центральной России, было своеобразным, и они помещались в какую-то региональную классификационную категорию, причем зачастую посредством каких-то дискриминационных практик, включая какие-то оскорбительные практики сексуального характера, оскорбительные практики фенотипического характера. И, собственно, это было, имело ли место это в том регионе, в котором, в том кейсе, в том поле, которое вы изучаете. Второй вопрос у меня к Игорю. Игорь, вот меня очень заинтересовал аспект, который касается ключевых и бродячих народов, и мне было интересно, вот насколько советская идеология описывала исходное состояние ключевых и бродячих народов перед тем, как они стали пролетариатом. То есть, каким образом, в каких категориях описывался их общественный строй. И в данной ситуации было бы интересно понять, насколько велик был вот этот прогрессистский рывок перехода к пролетариату, от какой общественно-политической формации они прыгнули в состояние то, что они стали пролетариатом, потому что в данной ситуации это значимый вопрос того, как советский политический идеологический дискурс обозначал вот это величие того перелома, о котором мы говорим, и насколько это значимо было, потому что в разных регионах по отношению к кочевникам использовались разные категории. В одних случаях это родоплеменные полупервобытные категории, в других феодальные, полуфеодальные, и все зависит от того, какими категориями пользовались в вашем случае. Спасибо за сегодняшний доклад. Все было очень интересно. У меня все. Спасибо, Алексей. The next question is from Jayin. Please, Jayin. Thank you, Sergey. I wanted to thank all three presenters for your paper. My first question is for both Alexander Ivanov and Alexander. And Igor, I'm getting the names confused. So sorry about that. So your papers are, I'm wondering
the topic of your papers, they are about sort of an extreme form of labor extraction in the case of Alexander Ivanov. And in the case of Igor, it's about the extent that Soviets, the kind of effort, the extreme efforts that the Soviets went through to carry out economic transformation. And these two papers seems to talk about something that is specifically Soviet, a kind of exceptionally Soviet story. No, especially in Alexander Ivanov's paper, the extent, the scale, and the violence of the action seems exceptional and unique to Soviet experience. But I wonder to what extent, for both your topics, that your story in some way fits into a kind of larger global trend. And I mean, certain kinds of ideological sort of directions and trends that are deeply influencing how the Soviet official, Soviet government, Soviet state saw what they needed to do. And I'm thinking, for instance, on this focus on productive, Soviet focus on productive labor and productive labor as criteria for citizenship, or the Soviet interest in Soviet kind of obsession, you might say, with productivity and economic development as justification for socialism. And if you think of it that way, maybe this is a larger story than a specifically an exceptionally Soviet story. So I just wonder about what might be the global angle for your topics. And my question for Igor I'm trying to remember who did which paper. So it's for Alexander Kondrashov, and it's a fascinating topic about trade in the Red Sea. I'm specifically interested in what you said about the extraction of liquid value through this trade, although you're not quite sure how much is actually extracted. And as you concluded in your presentation, you said you don't really know if revenue was the ultimate purpose of this trade. But I'm curious about what you brought up about the use of the silver coin, the silver tailor, Maria Theresa Taylor. And you said this is what the Soviets obtained for their trade. I'm wondering how much of these coins were the Soviet trade officials able to obtain, because I can't imagine that there are too many of them around by the 1930s. It's by this time, it's very difficult to see actual metal coins being circulated. So my question is, maybe this area is an exception. Everybody held on to these coins and turned them up when the Soviet trade official showed up. I don't know. Did they actually trade their goods for this money? Or was there in fact sort of a more of a barter economy? They traded Soviet goods for coffee, for instance, and at times were able to get some silver coins. So I guess this goes back to what Marina was saying about, it would be nice to see some numbers about this. Thank you very much, Jane. Are there any other questions? Anyone else? I'm trying to see there. Okay. Well, let me, if I can quickly change the hats and quickly ask a question or two. Alexander Ivanov, when I was reading your paper, one of the things that's really fascinating about it, and you sort of mentioned it quickly en passant, how the GPU gets from Narkomzhom, from the People's Commissariat of Agriculture, essentially everything that has to do with resettlement, right? The resettlement administration goes from Narkomzhom to GPU. And I'm curious if you kind of have a sense of
why this is happening, when did this happen, and what's sort of the larger context for the Soviets very quickly reinstating one of the central colonial institutions of the imperial era, right? At the time when you're fighting colonization, when you have all sorts of things that are cast in the anti-colonial language, you reinstall the resettlement administration in the same structure, sort of within the Narkomzeom as it used to be before 1917. And how does this sort of institution become part of the penitentiary complex or the secret police? The question to Alexander Kondrashov, and it's purely speculative actually, but one of the things that I caught in your paper is that in Ethiopia, for example, there was a very sort of it's small but very conspicuous group of Russian emigres, right? White emigres, one of whom Tatishev was the translator, interpreter at the court of the emperor. And in general, North Africa was a kind of a base for Russian emigres, including the remnants of the White Navy in Bizerte in Tunisia. So we know that the Soviet Union paid attention to those institutions in the immigration, like, for example, the old Russian military union, which could potentially present some kind of danger. Is there any sense that this is a kind of a point of attraction for the Soviet authorities? All right, I'm going to give the floor to the presenters, and let's go in the order of the presentation of the papers. Alexander, you are first. Попробую, буду отвечать на русском. Также, если можно, может быть, какие-то вещи перевести. Итак, по поводу вопросов Марины. Ну, в целом я здесь согласен, что сложно вписать вот мой доклад в какую-то конкретную схему, потому что здесь я говорил уже об этом, что я в таком скорее поиске, да, эта попытка, может быть, для меня первая вписать как бы в те схемы, которые до этого я не пытался этого сделать. Это один момент. Здесь, ну вот правильно было сказано по поводу спецпереселенцев как активных деятелей, но вот когда я готовил доклад, у меня он получился такой, можно сказать, однолинейный. В каком смысле? У меня здесь вот спецпоселенцев как людей нет, не потому что их в принципе нет, ну или мало их, а потому что это просто как некая такая другая плоскость, потому что если мы смотрим на спецпоселенцев как на активных акторов, например, то есть так как у нас есть определенная специфика воспоминаний, то есть потому что это детские воспоминания, с которыми мы в основном работаем, то получается, что эти дети, которых советская власть сознательно отрывала, то есть советская власть взяла сознательно курс на разрыв семей и позволяла им, начиная с 36-го, 37-го, ну и особенно 38-го года, когда было постановление принято, согласно которому дети, начиная с 16 лет, дети ссыльных могут покидать поселение для учебы и поступать в учебные заведения, правда, там с ограничениями. Это привело к некоторым неожиданным, ну, можно сказать, эффектам, в том числе для советской власти, да, в том числе тому, что действительно советская власть в значительной степени, с одной стороны, преуспела в советизации вот этого, ну, в кавычках, кулацкого населения, а с другой стороны, советская власть столкнулась с тем, что эти люди научились говорить по-большевицки и освоили ее вот эти принципы, ну и стали встраиваться более активно в вот эти советские институты, чего не все советские официальные лица хотели. Что касается изменений, наверное, здесь я вот могу такой пример привести, то есть имеется в виду спецпоселенцы как такие активные акторы, да, то есть вот как раз
А если мы говорим об активности спецпоселенцев, например, вот новых особенно потоков, которые были, это вот очень хороший пример был в 44 году, пример истинно православных христиан, в основном или в подавляющем большинстве русского населения, которые были сосланы в 44 году за то, что, собственно, не хотели работать в колхозах и даже в годы войны, и продолжали не работать на поселении. 20% из них были отправлены в лагеря. Но самое здесь для меня было, вот в этом примере интересно, был тот факт, что советская власть, когда на них смотрела, она смотрела на них в основном сугубо такой бюрократической точки зрения. В каком смысле? Она всерьез советские официальные лица думали, что о них отправляют в изолированные отдаленные поселения. Отправили их вот в эти кулацкие поселки, где они замечательно начали развивать вот эту антирелигиозную пропаганду. И даже отмечались случаи, ну, правда, это нужно сказать, это не у нас, это были в Алтайском крае, их там высылали, в Томскую область, частично в Алтайский край, где они распропагандировали целые колхозы. И советская власть вынуждена была там еще уже в 61 году при Хрущеве, они продолжали с ними бороться, правда, безуспешно. В итоге их последними из спецпоселенцев сняли с поселения в 65 году. То есть я имею в виду, на самом деле, много примеров такой активной деятельности спецпоселенцев, но в моем докладе это несколько в другой, скажем так, параллели, в другой плоскости рассматриваю, потому что ну, все охватить невозможно, то есть если... дальше это все развивать, наверное, это как-то можно будет связать, но связать очень сложно, для меня, по крайней мере. Вот, это один момент. Второй, по поводу гулагизации населения, то есть, ну, это известно, то есть, это не мой тезис, но, в принципе, вот, и, допустим, и Виктор Николаевич Земсков, и Сергей Александрович Красильников, у нас крупнейшие специалисты, они говорили о том, что, собственно, ну, они не говорили о гулагизации населения, они просто говорили о том, что к периоду войны положение ссыльных, оно сближается с положением правового населения. Ну, просто потому, что население теряет часть своих прав, ну и в том числе в связи с законами военного времени, да, там закон 26 июня 40 года, 26 декабря 41 года и так далее. То есть, в принципе, вот эта универсализация и превращение, ну я бы, наверное, это характеризовал как превращение или стремление советской власти, вот эти все усилия пронизывает стремление советской власти превратить любую группу населения в универсальную рабочую силу, которую можно послать куда угодно. И в этом смысле любая из групп спецпоселенцев, она была, что ссыльные крестьяне, что калмыки, что другие представители других национальностей, она была интересна советской власти именно как универсальная рабочая сила. И поэтому организации, предприятия и НКВД, они, собственно, и воспринимали, и ценили это, ну, насколько они могли вообще это ценить, именно как спецпоселенцев, как универсальную рабочую силу. Ну и, может быть, я о гулагизации в этом смысле не говорил, но вот именно как превращение всех в универсальную рабочую силу, да. Так, следующее. Ну, если говорить о глобальном контексте вот, истории спецпоселения. Вообще, в целом, глобальный контекст для меня это, собственно, в первую очередь отправка людей вот, в подобного рода режимные поселения целью, в первую очередь, конечно, их наказать. Ну, можно их наказывать трудом, можно их наказывать изоляцией, можно какими-то другими методами, но здесь наиболее, наверное, такое серьезные параллели, которые в международном контексте мне встречались, именно это параллели с апартеидом, политикой апартеида и практикой разделения населения. Правда, там, конечно, разница была существенная, но в принципе вот параллели с апартеидом напрашиваются, плюс еще это, конечно, практики, которые применяло американское правительство в отношении японцев
в годы Второй мировой войны, соответственно, когда в 1942 году они были направлены тоже вот в, если не ошибаюсь, там в пустыне Невады, они организовали специальное для них тоже поселение. Правда, там их не обязывали заниматься общественно полезным трудом. Вот, всех. Вот, далее, вопрос по поводу взаимодействия с местным населением, специфики его, да, ну, безусловно, она была, я думаю, что она подчиняется логике, практически во всех случаях подчиняется логике восприятия чужого, восприятия другого, в том смысле, что с теми информантами, с которыми я общался, из местного населения, в смысле, ну, из коренного населения, да, допустим, там были и представители, допустим, коми населения, и немцы, ну, имеется в виду из переселенцев, да, и калмыки, и ссыльные крестьяне, безусловно, они очень часто говорят, например, о том, что существовали ряд мифов, стереотипных представлений, например, о том, что кулаки – это люди с рогами, да, когда они прибывали, аналогичным образом про немцев, про калмыков говорили, что они людоеды, вот. Причем этот миф, он был достаточно распространен, и даже один из информантов мне говорил, что он специально ходил по школам, его партийные деятели районные взяли с собой, ну и, собственно, он по школам района ходил и разъяснял всем, что калмыки это не людоеды, да, и что с ними, что они такие же люди. Ну вот одна из реплик, которая мне по этому поводу запомнилась, одна из местных жительниц, там по воспоминаниям калмыков, когда их увидела, она сказала, так они такие же, как мы, только нацмены. Ну и, собственно, вот. А вот это восприятие, оно, конечно, достаточно стереотипное, оно было, ну, представлено достаточно широко в первые годы. Потом, по мере того, как, ну, я пришел к выводу, что здесь, опять же, как только люди начинали работать вместе, вот в этих интернациональных бригадах, вот эти все стереотипы, они стирались. Ну и второй момент, это языковой, конечно, барьер, как только он преодолевался. Простите, Александр, я вынужден вас прервать, да? Потому что мне нужно еще зарезервировать время для остальных участников. Спасибо большое. Простите за такое вмешательство резкое. Александр Кондрашов, пожалуйста. Thank you, Сергей. Thank you all for the questions about politics or economy. As I said in conclusion, I think both. We can say it's only a political enterprise, because a political enterprise was this trade expedition to Jeddah, the first try, and they get some problems there. And as I said, the base of Soviet trade was in Yemen, not in Hijaz. So this was kind of political try, and they stopped this trade because of politics. But tries to sell goods, for example, to colonies, especially to British colonies, which made really kind of political challenge for them, and they were aware of political issues trading with British colonies, because Britons would be not very happy for this. So, but I can say also that it is just, I can clearly see that they count cent by cent how much they get. And I shift to another your point about numbers. Yeah, I'm sorry that I didn't put it to the presentation and to the text. In my excuse, I can say that the problem is that there is no really good collection of numbers for this region, because administratively, trade with Red Sea changed nearly every year the service which was responsible for it. It was Narkomtorg, it was Russa-Turk company registered in Turkey. It was Plish-Vost-Gost-Torg, Vost-Gost-Torg, later Narkom-Vnesh-Torg, and inside Narkom-Vnesh-Torg it changed departments. So yes, it was kind of a problematic issue. And for some years, even in the archive, it's just written that this file is lost. And so I have some numbers, but I cannot build beautiful graphs as Timur Valetov did, because
they are in very different ways, in different currencies, in different ways of counting. For example, can I make just very short translation? Just show a document. What was the plan for 1934? The ports they're full. You can see that it's around 8 million Indian rupees. So it's around $100,000 in rates of 1934. So is it big or not? It depends. It's not very small amount, but of course it's nothing in compare with Soviet trade with Western countries. Changing to a question of Jiansu about Maria Theresa Thaler. This is interesting story. I didn't know it before my research, but these coins were continued to be produced until 1950s. So they were produced in Austria, and also they were issued by some other countries. And for example, Italy, when started war with Ethiopia, they also started to produce these coins to use them during occupation, because local population didn't respect any paper money. And these coins were in use from West Africa, from Morocco, and I'm not sure how it was used in these countries, but I know that in this region of the Red Sea and around, it was really the most popular currency. Of course, Soviets didn't bring these silver coins to Soviet Union. They, of course, but it was very fast liquid value. They sold something, get silver, and next they went to banks in Aden or in Eritrea and made bank transfers. But it was very liquid, and they say about it in documents that it's not like money we get in Italy, in Germany, which were like you bring us goods now and get money tomorrow or later. And about Russian immigration, Sergei's question, it's an excellent question because I didn't know that Count Tatishev was the interpreter of emperor, but yes, he plays a role in this story. He had a small company which was called Sesi in Addis Abeba, and this company became exclusive distributor of Soviet goods when first visit of Soviet trade representative to Addis Abeba. They signed with Count Tatishev this agreement that only him can sell Soviet goods in territory of Ethiopia. And later, the next trade representative, whose surname was the same with Mike Andrashov, he criticized a lot this decision. He said that really Count Tatishev is not so influential figure in Addis Abeba. He can't sell big amounts. He has just a very small business, and it's not, and this agreement is a problem for Soviet trade in the region. So we can see that they were interested not just to be presented and that the emperor knows that Russians sells via Russian immigration something there, but they wanted to grow amounts of exports. So, and this cooperation with white emigre Tatishev, it was a problem. But if you know more about his biography, Sergei, please send me some data, because I didn't dig it yet about his biography, but I think it's very interesting that he holds this position. I think that's all. Thank you very much, Alexander. And the floor goes to Igor Stas, please. Большое спасибо за ваши вопросы и комментарии. Для меня они очень ценные. Я учту их в своей дальнейшей работе. По поводу вот обширных комментариев Марины, что касается идей, которые, ну, сочетаются ли мои идеи с работами Фрэнсин Хирш, то здесь я могу сказать о том, что перед тем, как отправить
статью. Я думал, что я как раз это не доработал, не проработал, но во многом те идеи, о которых я пытаюсь писать и, видимо, буду писать дальше, это, возможно, продолжение вот этой интенции, которую выработал в своих работах Хирш, а именно вот неких идей государственного эволюционизма. Я думаю, что они на самом деле, о чем я пишу, во многом согласуются, и в них очень много общего, но конкретно эту историю в эти рамки, в теоретические рамки, предложенные Хирш, я еще не вписывал, и я думаю, что я этим займусь. По поводу непосредственных акторов истории, то здесь я могу сказать, что я этнографов и деятелей Комитета Севера не воспринимаю как больших таких акторов, потому что они же, скорее, это был соглашательный орган такой, более даже, может быть, просветительского характера, и на реальные решения, реальный исторический процесс практически они не принимали, не влияли. Вот если говорить о производственниках, вот, а именно главсевморпути с 1935 по 1938 год, то это как раз тех, они занимаются национальной политикой, помимо тех Шмидта, Берговинова, я бы еще отдельно выделил главу Игарского политотдела Остроумову, и они непосредственно, все их решения, они реализуются на практике. Вот, вот эти три года с 35 по 38, это вот особые для меня три года, я думаю, что там, там очень много материала, и архивного, и публикационного, и я думаю, что в ближайшее время вот я полностью проработаю. Что касается Скачко, особая личность, и здесь я могу сказать о том, что я не все его работы проработал, опубликованные. Там еще он достаточно много опубликовал, очень был пишущим человеком, и в Гархе хранится его дело. Он был репрессирован в 1937 году и умер в лагере в 1941. Вот, и я надеюсь, что я это дело почитаю. И есть у меня подозрение, что там какие-то были обвинения, вот, связанные с нацполитикой. Так что это, ну, как бы, даже особая большая тема, которую следует раскрыть. По поводу вопроса Алексея, то здесь я могу сказать, что все эти категории, о которых вы говорите, вот исходное состояние и первобытное, и родоплеменное, и феодальное, все они использовались в советском дискурсе, и прыжок описывался как громадный, естественно, от первобытных к цивилизованным. Но я хочу сказать, что здесь для меня лично никакого прыжка не было. То есть я рассказываю чисто дискурсивную историю, и поэтому говорю, что симуляция. То есть, и они сами это понимали, что это по большому счету симуляция. Поэтому, как бы, в реальности, наверное, так скажем, перестройка на хозяйственная перестройка индигенного хозяйства, индигенной экономики, она происходит уже скорее в позднем сталинизме и даже после смерти Сталина, вот, но не в этом периоде. По поводу вот одержимости трудом и общего контекста, то здесь, наверное, следует разделить два уровня. Если с точки зрения категории практики говорить, то история 20-х и начала 30-х годов, вот эта этнографическая история, здесь был такой определенный глобальный контекст, во многом он согласуется с тем, что было описано в последнем номере об Империус истории Арчи Фини и с тем, о чем писал в своей статье Дмитрий Арзютов по поводу вот американской мечты Багараза, да, вот американских резерваций на советскую территорию. Здесь еще я бы добавил, что вот Бутурлин, он приводил пример Аляску, вот законодательство Аляски. Вот. А если говорить о 30-х годах, то ну, где-то с 32-34 года весь глобальный контекст, то он уходит, вообще его нет. Даже вот главсевморпути. В принципе, о чем и говорил Федор Карандей в своем прошлом статье, что если есть комсеверпуть, экспортный глобальный контекст, он еще присутствует, затем главсевморпути, новый дискурс, и он отсутствует. Что касается категории анализа, то здесь глобальный контекст связан с обширнейшей этнографической историографией, в первую очередь
зарубежной, англоязычной, связанной с взаимодействием промышленных предприятий и непосредственно индигенных народов. Это огромная литература, в которую я еще не погружался. Поэтому здесь я как бы более детально сказать не могу. Вот, большое спасибо. Вроде все. Thank you. Other questions? We have 5 minutes. So if anyone has questions, let me see. Okay, Alexander Kondrashov wanted to ask a question to Игорь, right? Александр? Да. Ну, я хотел сказать доклад Игоря по поводу этнографии. Просто в моем случае тоже этнография, что меня очень зацепило сейчас в вашем докладе, тоже играет некоторую роль, может быть, не такую центральную, но вот первый человек, ездивший заключать договор с Йеменом, вот дипломат Астахов, он написал такую этнографическую книгу, значит, по итогам своей поездки. И также вот сразу после этого договора, кроме вот торговли, туда еще была направлена экспедиция, киноэкспедиция, значит, Михаила Шнейдерова, который много работал в Сибири. Вот потом он будет создателем телепередачи «Клуб путешественников». Вот, и он, значит, снял вот первый фильм о Йемене, и это, в общем-то, правда, сам фильм пока что мне не удалось достать, он только вот где-то в фильмофонде находится, но есть фильм о фильме, доступный на YouTube, и это тоже чисто, видимо, такое этнографическое кино. То есть, в общем, получается, что они в Красном море использовали тот же, видимо, ту же оптику отчасти, да, которую и в вашем случае вот при значит, северо-западной Сибири, вот, и с той же оптикой они приходили на Ближний Восток и также вот рассматривали этот регион с похожих позиций. Спасибо. Я здесь могу кратко прокомментировать. Вот, может быть, с точки зрения моего вывода по поводу актер-этнографы как акторы. Вот здесь стоит может быть, пересмотреть что-то мне, потому что все же какие-то вот линии, они же проскакивают, и как это вот проанализировать вот с точки зрения акторства, мне пока сложно. Yeah, just very briefly. Сергей, Я просто хочу объяснить, почему, например, Хирш может быть в данном случае полезна, потому что она как раз говорит, этнографы как акторы важны, потому что они предоставляли язык человеческого разнообразия. Не сами там даже парадигмы этнографические, а язык, который усваивается большевиками и на котором могут выражаться экономическое содержание, политическое содержание, и это происходит до определенного момента. Вот это как бы обучение и взаимодействие. И у вас, Игорь, я увидела гораздо более нюансированную интерпретацию этого аргумента, когда вы показываете, какие возникают гибридные формы, когда на самом деле возможность у этнографов поставлять этот экспертный дискурс, не быть вот конкретно человеком, который принимает решение, а язык задавать. Когда она заканчивается, и они пытаются использовать язык власти, в частности, язык экономического многообразия, как вы пишете, для того, чтобы проводить какие-то этнографические, да, чтобы, собственно, как бы влияние сохранять и поддерживать на этот процесс. И с этим был связан мой вопрос по поводу последнего, по поводу того, сдачи и гибель советского интеллигента, советского этнографа, когда речь уже идет просто о том, что этнография изучает социалистическую трансформацию. Насколько это логический конец вот этой вот истории. Это просто как пояснение. Спасибо, Марина. Джейн wanted to comment on Alexander Ivanov's answer. Джейн, please. Yes, thank you very much. So I just wanted to say very quickly that I found Alexander Ivanov's answer very interesting, but not to my question. Actually, you were answering somebody else. And what you said was that the effort of the Spetsperiseleniev is actually to create uniform, universal labor. In effect, what this kind of extraction of labor does is it erases the particularity of each social group. So the kulaks are no longer kulaks, and the non-Russian nationalities, the Hanti, are no longer Hanti, and so on.
And I think this is the global story, the creation of that universal labor, where everyone works in the same way without the burden, the baggage of your ethnographic background. So to me, that's the global story. But thank you very much. Thank you, Jane. Okay, well, now we are really out of time. And thank you very much, everyone. We are meeting for the last time tomorrow. We are going to have only two papers. And so I hope we'll have a little bit of time at the very end to each other a couple of general comments about the experience. Thank you very much. And we will see each other tomorrow at the same time. Have a good day. Bye. Elina, could we please...